Всем мое почтение, друзья! И вот сегодня, 18 августа 2022 года, прозвучала на весь мир такая новость. Эрдоган, президент Турции, заявил, что Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским. И вот с этим предложением Эрдоган встречается с Зеленским в городе Львов, в Украине. И вот у меня к вам, как простым зрителям, людям, которые думают, вопрос. Вот смотрите, стоит Владимиру Зеленскому идти на эту встречу и встречаться с Путиным? Один на один, так сказать. Президент Украины и президент России. И вот почему Эрдоган так настойчиво хочет этой встречи Путина и Зеленского? Вот меня, так сказать, интересуют вот эти вопросы. Нужно Зеленскому встречаться с Путиным или нет? И почему Эрдоган так настойчиво хочет свести вместе Зеленского и Путина? Интересненько, скажите, вот что вы думаете по поводу этого?